Всем привет! Сегодня у нас с вами на обзоре новый мужской аромат от бренда, который еще не был представлен на нашем канале. Называется он Армаф, а сам аромат называется Буцефалус номер 12. Мощное такое сильное название и упаковка соответствующая. Сразу покажу вам содержимое коробки. Внутри у нас вот такая упаковка, чтобы ничего не повредилось. Сам флакон приходит в тубе, которая также его сохраняет от каких-либо повреждений. Открывается она вот так. Ну и, конечно, флакон уж больно интересный. Такой вот мощный, сильный конь. Оформление, конечно, супер на любителя, но, по крайней мере, довольно оригинальное. Меня прям радует, когда я открываю флаконы хорошо упакованные, потому что это говорит о том, что они приходят в целости и сохранности, чтобы флакон никак не разбился, не повредился и дошел до вас в идеальном виде. Вот сегодня опять вы будете говорить, что я предвзято отношусь к мужской парфюмерии, но последние пару месяцев мне попадается какое-то удивительное многообразие ароматов, которые мне безумно нравятся. Запах очень прохладный, мятно-цитрусовый, но не легкий. То есть в нем есть вот такая харизматичность, тяжесть мужских парфюмов. Мне он очень нравится. Я снова слышу здесь лимон, слышу мяту. Мне кажется, что здесь есть какой-то перчик. Ну, явно какая-то нотка специй присутствует, но на себя она все внимание не забирает. Скорее отвечает за такую пикантность и тяжеловатость этого парфюма. Приземляет его, чтобы за счет свежих стартовых нот он не улетел куда-то в небеса. Аромат очень прохладный, свежий, густой, насыщенный, но при этом не легкий. Вот здесь важно это допущение, потому что часто мужские парфюмы, которые имеют такой характерный цитрусово-холодный старт, они прям быстро слетают с кожи или представляют собой какую-то волну свежести, да, прям супер бодрую, супер заряженную. Этот же, хоть и свежий, при этом вот приземленный. Давайте посмотрим на пирамиду композиции, но мне кажется, что здесь явно есть лимон, мята, возможно, перец. Ноты прям хорошо считываются и довольно яркие. Ну, собственно, как я и предполагала, действительно все заявленные ноты практически все мной были угаданы. Вначале здесь у нас лимон, цветок апельсина, мята и специи. Какие именно специи вначале не указаны, но в сердце здесь мускатный орех, имбирь, перец, сандал, ветивер и пачули. Очень красивые ноты, пирамида просто роскошная. И в базе здесь амбра и мускус. Ну, это такая классическая база, которая, скорее всего, отвечает исключительно за стойкость этого парфюма и вряд ли как-то проявится. Аромат пока что никак не изменил свое звучание, но и прошло у нас максимум минут 10 с момента, как я его нанесла. Хочу с ним походить часа 3, потому что мне интересно проверить стойкость и шлейфовость. И буду с нетерпением ждать, когда раскроется сердце, потому что заявленные ноты меня уже покорили. Все проверю и вернусь к вам, буду рассказывать. Ну что, друзья, у нас с вами прошло чуть больше 3 часов. Честно, меня прям поразило, как этот аромат раскрылся. Это прям совсем не то, чего я ожидала. Изначально очень красивая, прекрасная, мужественная, такая смелая, цитрусово-мятная, но глубокая и довольно громкая история раскрылась в очаровательный, древесно такой влажный запах. Здесь, конечно, во всем своем великолепии заявил о себе ветивер. Раскрылся он именно так, как вот мне нравится. Это аромат такого, знаете, влажного осеннего леса, прелой листвы, немного мокрой древесины. В общем, запах получился прям обалденный. Помимо ветивера, я, конечно, услышала здесь еще и пачули. Прекрасная нота, отлично вписывается вообще в осенний парфюмерный гардероб. Сейчас я бы сказала, что этот аромат универсален. То есть я могу представить его на мужчине любого возраста, любой повод, абсолютно любой сезон, но запах прям благородный, дорогой и роскошный. Конечно, все начальные ноты, которые я слышала, они улетучились довольно быстро, буквально минут
минут 15-20 от них на коже не осталось и следа. За исключением, пожалуй, ноты лимона. Такой характерный лимонный цитрусовый оттенок сопровождает буцефалус на протяжении всего времени раскрытия и придает ему свежесть. Впервые, наверное, за все время ведения этого канала я почувствовала ноту мускатного ореха действительно так, как она должна звучать. В какой-то момент она заиграла особо яркими красками, но продержалась не очень долго, честно говоря, и ветивер вместе с пачули ее прям так приглушили и вывели из строя окончательно. Очень красивый аромат, который из холодного цитрусового начала перетек во влажную древесно-лесную даже историю. Конечно, если вдруг рискнете попробовать, а я прям очень рекомендую это сделать, потому что аромат, правда, очень красивый и может спокойно претендовать на то, чтобы стать жемчужиной вашей парфюмерной коллекции, обращайте внимание на ноты сердца, тогда точно не прогадаете. Здесь вы услышите и мускатный орех, и ветивер, как я уже сказала, во всем своем прекрасном влажном таком великолепии, и пачули, и даже немного древесной сливочности сандала. Пожалуй, вот ноту перца, да, я так и не почувствовала, и база тут пока еще не проснулась, но мне кажется, он уже не сильно поменяет свое звучание, если честно. Ну и, конечно, прекрасная нотка лимона. Этот аромат является довольно калейдоскопичным. То, что вы услышите на старте, будет сильно отличаться от того, что получите в итоге. Что касается его стойкости и шлейфовости, здесь все на уровне. Когда я только зашла с ним в другую комнату, все сидящие в той комнате сразу же почувствовали, что от меня прям сильно пахнет мужчиной. Ну и стойкость, я уверена, у него не меньше 6 часов, а вообще я думаю, что часов 8-10 он продержится с легкостью. Запах, правда, яркий, плотный, харизматичный, но неудушливый такой, да, и древесина здесь, она незрелая, вот как правило, встречающаяся, да, в древесных таких ароматах. Нет, она здесь прям супер универсальная, то есть действительно тот аромат, который может рассматривать мужчина в любом возрасте, в любом статусе и не прогадает, подчеркивает только лучшие достоинства. Ну и в целом хотелось бы, наверное, отдельно сказать про качество этого аромата, потому что с брендом Армаф я еще не так близко знакома, да, только начинаю его узнавать и знакомить вас с ним. В аромате я не заметила никаких спиртовых отдушек, то есть он сразу лег на кожу приятной такой ароматической вуалью и, в принципе, достойно продержался, и я уверена, что продержится еще несколько часов после этого обзора. Пирамида композиции составлена прям супер гармонично, как по мне, и это вообще восторг у меня вызвал и старт, как вы помните, но когда он раскрылся, я прям в него влюбилась с новой силой. В общем, если вы подбираете для себя что-то новенькое, то советую вам обратить внимание на этот парфюм и все-таки рассмотреть его, потому что действительно запах очень интересный, красивый, яркий, благородный, он заметный, и он прям довольно классический, то есть я думаю, что он большинству мужчин все-таки подойдет, и никаких отторжений и неприятных реакций он у вас точно не вызовет. Я прям рада сегодняшней находкой, я уже знаю, кому я ее подарю, поэтому в коробке он у меня точно пылиться не будет. Надеюсь, что кто-то из вас все-таки осмелится попробовать этот парфюм после моей рекомендации. Я вам желаю хорошего дня, отличной рабочей недели, увидимся с вами совсем скоро, пока-пока!